Если ты успешный и продвинутый мужчина, то всегда носи в руке стаканчик капучино. Сидя на вокзале, выходя из лимузина, пей капучино. На тренировке вместо протеина, заходя к начальнику вместо вазелина. Если в аптечке нет волокордина, пей капучино. Капучино, когда вдруг арестовали, капучино, когда тебя отбивали, когда несется на тебя лавина, пей капучино. Если друг позвал тебя пить пиво, за секунду до локомотива, если волноваться нет причины, пей капучино.